прекрасную новость. И я всегда думал, что мои соседи какие-то птицы. Кстати, как удивительно, что этот предыдущий танец смотрел отец троих детей. Танец любви и продолжение рода. Важная тема. Да, говорится, все важно. Нет мелочей, нет того, что надо выкинуть из отношений. Все в равной степени хорошо. И третий танец, как раз для начинающегося заката, это танец о том, как мужчина признается в любви к женщине и просит ее руки. Чистая романтика. Это реальная история. И этот танец был написан совсем недавно. И композитор, который написал эти стихи, он действительно написал их как признание в любви, предложение выйти замуж своей женщине. Она получила это послание и поняла, что там написано, что самое интересное. Нужно быть гавайцем, чтобы понять эти все тонкости. Но я вам расскажу, где там собака порылась. Она приняла его предложение, они поженились. И на основе песни, которую он написал, был сделан танец, который я вам сейчас станцую. Текст у него такой: «Ты женщина». Женщина уже все выучили, да? «Которую я люблю». Тут все понятно. «В умиротворенной тишине пушистых зарослей живет мой медовый цветочек». Второй куплет. «Поцелованный росой смокики, я твоя любовь, растворенная в тумане гор». Поцелованная росой с Макики. Макики — это гора такая на Гавайях, на острове Оаху, очень красивая. И это те слова, это как у нас Богом поцелованный, это человек, которому был дан талант. Поцелованный росой с Макики — это значит, женщина приняла его ухаживание. Такая красивая, такая прекрасная, вот поцеловала своим вот этим благословением, тем, что она ответила ему на его чувства. И третий куплет. «Ты женщина, сплетенная лозой с Лейлони». Собственно, там дальше все. Я пою эту песню тебе, моя любимая, мой медовый цветочек. И где же тут предложение? Про любовь говорится, а про предложение нет. Так вот, Лейлони – это место на острове Оаху, мистическое. Считается, что души людей, прежде чем умереть, приходят в это место, там растет дерево. На этом дереве есть много-много всяких лоз. И человек может очень хорошо обмануться, схватившись за лозу, которая кажется живой, оказывается мертвой, и попасть в ад. А если он схватится за живую, то его может вытянуть наверх. И вот этот момент как раз показывается, что ты сплетенная лозой с Лейлони, то есть ты женщина, чье слово... Либо я умру, либо я поднимусь. Да, ты сейчас решаешь мою судьбу. Вот в этом моменте как раз и есть момент предложения руки и сердца. Вот такой танец. И сейчас я вытяну микрофон, а то мне как-то мешается. И я его танцую. Маэстро. Да, медленный танец, повторяйте.
Я обязательно. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Студия гавайских танцев «Алоха». Елена, еще раз спасибо огромное. Друзья, еще раз поддержите аплодисментами. Так, и вот ее партнерша. Да, еще раз спасибо. Так, детки, у меня для вас призы. Вот и сестры, которые у нас сегодня выступали. Практически в каждом интерактиве мы были видны. Самый маленький медаль, где цветочек. А кто средний? Так, держи. Тебе редкий сорт кофе, ну и тебе обалденная просто кружка, которая будет тебе напоминать об этой вечеринке. Итак, друзья, мы сейчас очень динамично берем.